Горьковский автозавод набирает новых сотрудников для своих проектов. Компания запустила сразу несколько новых производственных проектов в 2021 году. Наиболее значимыми стали грузовик «Валдай Next» и автомобиль «Газель НН» на цифровой платформе. Эти машины – настоящий прорыв в российской автомобильной промышленности. В связи с этим на производстве открылось множество вакансий по целому ряду специальностей. Там ждут слесарей, сварщиков, специалистов по окраске, водителей погрузчиков и людей других рабочих профессий. На предприятии предлагают расширенный соцпакет и целый ряд корпоративных программ. И что самое главное, возможность обучаться, повышать квалификацию и расти внутри компании. Все будет хорошо.